Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Dark Space 96, это мои новости. В общем-то, мобилейные новости, в честь того, что на моем канале наконец набралось 400 подписчиков, чего я не смог достичь на первом канале, Олега 6-2010, там мне было, по-моему, еще как раз это 380. На том, в общем-то, у меня канал сам удалился. И все, больше чем-то на нем еще не смог выложить, продолжать нем выкладывать видео не смог, просто стал новый, и на этом наконец-то набрал уже 400 подписчиков, уже стало 403 точнее. Просмотров очень много достаточно тоже, столько же, сколько было на том тоже, где-то 1 352 356 просмотров видео. Очень достаточно крупная сумма, крупное число и подписчиков, и просмотров видео, это по-своему очень меня потом даже лучше по сравнению с предыдущим каналом. Я тебя очень рад, и что ж, это решил делать новости, о которых я скажу насчет того, что чем в будущем ожидает на этом канале в ближайшие 2 месяца, даже может быть 2,5 месяца, там сколько осталось до в этом году то и пока я надеюсь, наверное, может, даже наберу к концу этого года, возможно, 600 подписчиков, возможно, если, конечно, так будет продолжать набираться по 100 где-то в месяц. Может быть, даже, не знаю, посмотрим, что будет дальше. Просмотр тоже, может быть, наберется побольше. Думаю, это не только не окончательное число. Так что пока продолжаем выкладывать всегда все видео, которые есть в рубрике, все, которые у меня перечислены. Прохождение как обычно. Продолжать буду выкладывать фир. То есть чертовать, в общем-то. 3 прохождения в день, где-то и по 2 серии каждого из 3. А это будут в основном-то фир, Battlefield 3, Cry Fear, Mass Effect. Еще что. Что я там делал? Deus Ex Human Revolution, ну, и, по-моему, еще что там? Assassin's Creed, точно. Вот эти 6 прохождений. 3 прохождения буду вкладывать. В основном, как раз, каждый день, по 2 серии каждого. А при этом остальные 3 буду чередовать с этими 3. То есть, как я говорил, в общем-то, прохождение Fear, Cry Fear is Fear, Deus Ex с Mass Effect, Battlefield 3 с Assassin's Creed. Вот так вот будет, в общем, по необычным укладывать прохождение каждый день. Это будет пока долгое время, пока, думаю, не завершу. Но прохождение делать не буду. Некоторые пока там заморожены. Это, например, как так, как Amazing Spider-Man заморожен на некоторое время. Dead Space 2. Spider-Man Shattered Dimension, копия Сэм Сергиус, Макс Пейн, вот такие, в общем-то. Заряжены Разум Айзека 1, первый сезон, по Dead Space 1, Лспей Баннери Домейн, и Resident Evil 4 на харде, с дополнениями Другие пути и задания ада. Spits of the Line, прототайп, вот так вот. В будущем, как всегда, будут прохождения в основном, наверное, те, которые я в анонсах сделал, это выложено с Dark Messi, Martin Magic, обязательно выложу куда-нибудь. Думаю, в этом году точно получится Prototype 2 с MD Sergirus, Resident Evil 5 кооп тоже с ним, помощью с кем-нибудь, возможно, Пилу и Грей, а также Stalker Тень Чернобыля. Ну и Call of Duty Modern Warfare 1, ой, всю серию Modern Warfare, которая, возможно, будет после Battlefield 3. Пусть только ее завершу. Завершу, наверное, ее когда-то. Завершу, наверное, ее где-то, наверное, на этой неделе. Осталось всего лишь 3 миссии записать. Остальные, я думаю, скоро выложу.
Скоро Battlefield 3 будет завершена, и начну проходить Call of Duty Modern Warfare серию. Ну и те прохождения, которые я сказал до этого, которые у меня есть в анонсах. Анонсы будущих прохождений. Возможно, еще какие-нибудь другие буду. Пока не буду загадывать, возможно, еще что-нибудь начну. Поэтому просто не думал. Что в будущем, у меня как раз выложены анонсы, вот я как раз буду проходить в ближайшем будущем. Может быть, чуть-чуть нового добавлю, посмотрим. И будут также, наверное, и начальное мнение, переразгляды. Переразгляды будут о всех новинках, которые выйдут в этом году. То есть это и Hitman Absolution, и Far Cry 3, и Assassin's Creed 3, и чуть-чуть там Black Ops 2, Call of Duty, Medal of Honor Warfighter, который очень жду, как и Black Ops 2, и там еще что, Need for Speed Most Wanted, и это еще как там, что-то еще выходит, забыл даже, что еще выйдет там, по-моему, пока есть только эти игры, больше такого ничего, ожидаемого не имею, нету, по-моему, еще как в следующем году что выходит тоже, думаю, сделаю. Посмотрим, получится ли. Тот там Last Planet 3 выйдет, по-моему. Bioshock Infinite, Metro Last Light. Потом и Dead Space 3, и Crysis 3, и Remember Me, это Capcom, и Resident Evil 6 на ПК. И там еще много чего выходит. Так что тоже будет начало мнение. Это в следующем году. И что еще? Ну и, да, и мультиплеер на батаре будет. Battlefield 3 будут делать обязательно. И Call of Duty Modern Warfare 3 будет начальным мультиплеером, по мультиплееру видео скоро. В общем-то, вот так вот. Вот так вот, и будет там музыкальная минутка, саундтреки по игре, с программой Audioser будет видео связанное. Тест-драйв игры в максимальных настройках, возможно, я сделаю по Dead Space 2 максимальных настройках тест-драйв, и Prototype 2. По этим двум, в общем-то, играм будут сделаны тест-драйв. Интро канала буду делать, в общем-то, как для себя, так и для других, возможно, пользователей кому-нибудь. Но это будет редко, потому что на интро много сил уходит по-своему. Очень сложно сделать хороший интро. Назад прошлое по видео по играм на Sega и Dendy тоже будут обязательно. А при этом еще, наверное, возможно, я делаю начальное мнение по игре Doom 3, хотя не буду, наверное, делать там по самому BFG Edition, это здание будет ничем не отличаться от первой, от основной игры, хотя там столько будут новые миссии, по-моему, какие-то последние, называется миссия. Там включительно будет Doom 1 и 2 будет включительно к этой игре, но еще графика будет лучше, но это в основном-то игра одна и та же, так что столько прохождений сделал, наверное, как раз по этому изданию. И который скоро как раз выходит, в общем-то, и все остальное, что будет. Летсплей новинок, летсплей просто игр, прохождение игр с комментариями, путешествия по миру RPG, разумы, много чего, ну, в общем-то. Вот так вот. При этом, конечно, я буду делать, наверное, прохождение спецопераций по Battlefield 3 и по Call of Duty Modern Warfare 3, которые у меня установлены. Если кто хочет, в общем-то, можете посмотрите новости, может, кто хочет списать со мной какие-то спецоперации, обязательно пишите как раз в личку к этому каналу. Да и в Steam, если, может быть. Хотя на этот Steam, если только друзья, кто у меня там в друзьях есть. На Steam можно добавляться, в общем-то, у меня группа Steam есть. Да и... В общем-то, уже пока 13 участников в Steam, в группе Steam. В общем-то, группа ВКонтакте тоже может добавляться. 232 участника пока. Да и в совместную группу с МС Сергей Рус, которую мы создали. Точнее, создал. И мы видим с ним как бы там. Совместная группа наша. 700 тоже 16 участников. Поздравляю нас с этим самым. С МС Сергей Русом. Поздравляем, в общем, нас. Что у нас, в общем, тоже 700 участников набралось, круто, по-самому. Очень хорошо даже. Ну и, конечно, это несколько раз вопрос идет на моей группе. Как игру в будущем проходить? Dishonored, Medal of Honor, Dark Messy, Method Match, Call of Duty Black Ops, Prototype 2, Resident Evil 1, Stalker 3 Чернобыль и Формула 1 2012, который, в общем, тоже в этом году недавно
Игра по сам очень неплохая, хорошая. Мне такие вот игры, особенно в стиле гонок, нравятся, особенно в спортивные гонки. Особенно Формула 1 тут вообще. Просто обожаю эти игры. И что ж, пока, в общем, Dishonored один голос, Prototype 2, Stalker 3, Чернобыль, по одному голосу. Сейчас надо добавлять в эту группу. И что еще можно сделать? Ну... На канал Виномчик подписывайтесь. Очень хороший канал, который мне... Который, в общем-то, лучший друг, который мне делает, в общем-то, делает фоны хорошие канала. Пока у него 34 подписчика. Сам можно порекламировать канал этот. Его канал прохождения игр. В основном там проходит, вот здесь, видимо, это Ultimate Spider-Man, про Spider-Man игры. Там Принц Перси, Макс Пейн. В основном там. Пока. Хороший канал. Стоит подписаться. И... можно добавляться в Battlelog. Мы как раз кто Battlefield 3 поиграть, спецоперация или мультиплеер. Там мой ник Олег 6-2010, как обычно. Такой же в Origin, такой же и в Steam, такой же и в этом ВКонтакте, везде, по сути. Кроме группы, если только кроме этой канала. По сути, пока не играл в Battlefield 3, немножко поиграл в мультиплеер. Да и в спецоперации тоже. В основном-то в Call of Duty играл раньше. Сейчас так понемножку осваиваюсь в этом. Battlefield 3, по сути, очень необычно играть. Будет с помощью там скользить браузер на сначала, потом через браузер уже мультиплеер играть, потом будет Battlelog запускать его. Да и основная компания. Через тоже это распускать приходится. Это Xbox Live Games Minus Live. У меня там ник тоже Олег 6010, по-моему. Нет, нет, а, точнее другой. Вис, ой, как у меня. Ник-то у меня там. То, что стоит добавляться, кому хочется, в общем-то, поиграть в Resident Evil 5. В кооператив или в Gears of War, который тоже, наверное, будет играть. И в Lost Planet 2, или там Resident Evil Operation Raccoon City, если он у меня будет. Потом. И Spy Galaxy 66, мой котник в этом. В этой системе. Ну, это как бы система Xbox называется, но она включает себя в Games of Windows Live. В общем-то. Вот так вот. Что еще можно сказать? Ну, прокламировать канал, если только. Так, ну и... Так, ну и... Ну, еще что можно сказать-то? Прорекламировать канал, может быть, тогда, думаю, стоит. Но все, которые, в общем-то, друзья канала, все на стоит подписываться обязательно. Это и МС Сергей Рус канал, который у него 8, почти 6 тысяч подписчиков скоро будет. Пока проходит ледниковый период 3. Call of Duty Modern Warfare 3. Saints Row Fathead. GTA San Andreas Multiplayer. Матчи PS13 и FIFA. Но других прохождений очень интересный канал. И канал и Мистер Рамос там, 210 подписчиков. Просто прокламирую. Пока приходит Принц Персии.